У нас 27 июля 2015 года. Так, еще что? Я их надел. Надел, потом что? Он меня сфотографировал и ушел. Так ты-то не разговаривал с ним? Речь идет о том, разговаривал ли ты. У нас устав. В уставе четко прописано все. Не разговаривай с посторонними. Посторонние кто у нас? Кто? Не посторонние твои родители, начальник я и воспитатели. Работники, вот они двое. С ними не разговаривать. Сказали, они сказали тебе сделать по лагерю-то. Потому что они меняются. Ни с кем не разговаривать, и тем более приезжие. Дальше у нас написано через запятую. Не садись в чужую телегу. На конях подъезжали, дети теряются. Не садись в машину. Это не мне, это тебе надо. Что тебя еще спрашивали? Еще спрашивали, как открыть вход почем. Какой? Дядя Андрей хотел подписать это. Ну, ты подошел, открыл, показал, да. Все разговаривает. Речь не идет, чтобы показать нельзя. Разговаривать не надо. А вы разговором увлекаетесь и уходите. У тебя опыта никакого нету. Я тебя получил, я тебя должен отдать родителям целого невредимого. Ты это понял? И когда вот только приехать кому-то, я наказываю всем отдельно тебе. Болтаешь лишнее. Учишься плохо. Памяти нету. Я за тобой должен защищать, потом идти и сказать. Ты сказал, не понимаешь события, которые происходят. Что ты можешь сказать? И сказал только одно, нам не разрешено говорить, и сразу разворачивался и убегал, чтобы они видели. Когда нас громили здесь, прости, пожалуйста, громили коммунисты здесь, они умирали буквально, что с детьми нельзя разговаривать. Нам не разрешили, об этом сколько писали. Это наш устав. Ты приехал, уехал, а мы остаемся. Ты будешь нарушать, у меня разговор короткий, я тебе отказываю в лагерь приезжать и выгоню тебя отсюда. Я вытаскивал из машины, из чужой своих. Непослушание грозит тебе. Ты понял? И на поплоток подними. Ты первый раз нарушил. Я в прошлый раз тебя наказал. Было? Да. Было. Зачем? Кто еще разговаривал? Разговаривала. Да. Вы ходили, я говорю только о детях. Вы вчера были на бракосочетании. Там во дворе много. С кем разговаривали? С Пашей, с Веней, с Еремой. О чем ты разговариваешь? А? Когда написано не разговаривать. Зачем? Они тебе нужны. Иди разговаривай с ними. Я тебе выписываю из лагеря, иди там живи. Это порядок. Он мне говорит, жалко, что ну, хотелось поговорить. Я говорю, я не могу нарушить устав. Устав изменить, мы должны две общины собрать и проголосовать. Это правило исключить. А этого не будет никогда, пока я начальник. Я повторяю. Сегодня ночью показали, из Санкт-Петербурга, из Урала приехали студенты, в Севастополь, и 65 человек уже лежат в больнице. Пошли в кафе, отравлены. У нас кто отравлен? За 44 года ни один. Почему? Отслуга, все верующие. Все молятся. О чем ты мог разговаривать? Рассказывай. Ну, подойди ближе. С кем разговаривал? С Пашей. Так. С Веней. О чем? Ну, Веня потом уходил, когда пости просили, и с Еремой. Ну, если просили, так это не разговор. Разговаривал о чем? Об играх. Да нельзя, сказал, нам нельзя разговаривать. Это как приятно говорить, это мне нельзя разговаривать. Вот солдаты в армии взяли, болтливый человек, находка для шпиона. Находка. Уже ничего не надо, ты все выболтал. По телефону везде, что попало. А когда начинаешь, кто у вас узнает что-то, я начинаю и говорю, давайте теперь, вы у меня берете интервью, брали, я вам отвечал. Отвечайте, они под каким видом не хотят, чтобы их видели где-то. Это означает, там темные пятна. Люди боятся сами себя, боятся за все. Страх. Я пытаюсь записать их, почему меня записываете везде. Вы мне хотите подражать? Подражайте, потом будьте открыты. Я еще в жизни ни разу не было, чтобы не ответил на вопрос, который дает человек. Нигде. Это университеты. До 10, наверное, университетов. Десятки школ, отделы милиции, воинские части.
А вспомнить даже нельзя. Заводы, фабрики, КГБ. Я везде отвечаю на вопросы. По радио, по телевидению, прям в прямом эфире. И ни одного вопроса я не пренебрег. Бывают провокационные такие вопросы. Что-то совершенно не нужно. Я все равно отвечу ему. Отвечу так, что ему уже не нужен ответ. Я поверну ему голову в другую сторону. Надо много, много трудиться над собой, владеть собой. Я могу не отвечать или отвечать. Два варианта. Господь, написано, не отвечал ни слова. Кто еще разговаривал, ходил? Я разговаривал. Дать про вас нету, про детей. Еще. Я ближе подойди. Разговаривал, вы не можете Валя. А? Разговаривал, вы не можете Валя. Какой Валя? Глухонемой. Ну ничего. Так ты с ней еще не разговариваешь, она тебе... Еще с тетей Ли. А? Тетей Ли, Пускиновой. Ли? Ну еще ты о них с ними разговаривала. У них дома есть козы, у нас тоже есть. Я просто спрашивала, какой породы они и все такое. Да, это не касается к делу. Речь касается жизни здесь. Мы не должны ничего никому рассказывать. А кому нужно, я их приглашаю, ходите, пишите. Они вас затянут, я про этих не говорю, людей другие, в такую яму, откуда ты уже не вылезешь. У нас был, вот ее зять. Говорил, не разговаривал, я его знаю, что он любит демагогией заниматься. Приехала милиция, он уже сидит там. Зачем ты залез туда? Ну, они сказали. Они будут спрашивать, загонять тебя в другое место даже, которое неприятно пахнет, и ты полезешь туда. Зачем ты говорил? Теперь дальше продолжай с ними говорить, а ты разбазари это, ты не можешь. Первый день у нас там, где на Ползунова, он дежурит. И в это время пришли электрики, мы оформляем дом, еще ничего нету. Приходят пожарники, меняем проводку, все. Они пришли, счетчик где-то, счетчик только ставят. Завтра у нас он будет стоять уже, договорились с мастером. Он, так он у нас еще там, он розетка есть, я тут дежурил, включал. Никто его не спрашивает, ничего нету. Они уже пошли, они остановились. Розетка? А вы когда здесь? А оно у нас чистится уже 3 месяца, но никто там еще не жил. Они на эту розетку по полной круглосуточной за 3 месяца. Так плати, а у меня денег нету. Снимай штаны, продавай, ботинки продавай. Такого дурака просто не найти на земле. Высшее образование. Плати. Теперь он вот такие окрысился в глаза. Так ты это затеял. Тебе начислили, оплатить-то мне, на меня документы. Что ты делаешь-то? Я тогда пошел, Ларионов тогда был начальник. Он только что получил какую-то награду от Путина. Очень знатный человек. Начальник всего этого электросети. Я пришел к нему, он увидел меня. А людей сколько, он мне сказал, ну-ка заходите, это вы, Лапкин, я так давно хотел с вами встретиться. А я говорю, вот такое дело решить. Он секретарю так... Что вы говорите, там у вас 3 месяца, так он чекнул, немедленно вычеркните. Они все вычеркнули, ничего нету. Ну не пойдешь же твой зять-то, кому он нужен там? А дальше мы сидим, беседуем, я ему материалы и прочее. А он еще маленько как-то глаз поврежден, у начальника был. Так он сидит, раскрыв рот, слушает. Что тебя будет слушать-то, когда ты сам себя не слышишь? Вы пакостите, а я теперь должен идти зализывать за вами. Вот почему. Это устав. Нигде ни с кем не разговаривать. А ты, я поговорила, Валя это свой человек, член общины. Она спросила тебя там о козах, о чем-то. Ты ответила, потому что ты понимаешь, можешь говорить. По глухонемому. Отец глухонемой. Нигде не разговаривать. Это трудно? Я бы сказал, кто-то приедет, просит, ты отвечай правильно, литературно. Ты ничего не можешь сказать. Тебе и не надо. А нам нельзя разговаривать, развернулся и пошел. Все. Неуважение, неуважение тебя не касается. Они приходят и уходят, а вы остаетесь. Вам понятно, нет? Да. Это вас касается особенно. А в первую очередь тебя. Ты не разговаривал. Я понял, что ты разговаривал. А раз разговаривал, значит, я тебя обязательно накажу. Накажу очень строго. Почему? Речь идет о вашей жизни. Повторяю, 44-й год лагерь, 44-й, пустынное место. И благодаря строгим правилам у нас ни один ребенок не утонул, не захлебнулся, не потерялся, не повредился, не отравился, ничего нет. Это мало? Представь себе, это не 2 человека. Уголовное дело сейчас возбудили в Севастополе. Сейчас там проверка идет, это и президент узнал, вот они игрушка, 65 человек отравили.
Это сегодня ночью. Вчера, видно, приехали только 26-го. Сегодня 27-го. Тебе понятно? Ты работник, свое дело знай. Вот что положено, дали, все. Побыл, тебя уволили, уезжай домой. Ну вы-то не такие, вы вошли в наш круг, мы вас приняли как своих. Подчиняйся. А вот были в Потеряевку, приехали, им наш устав деревенский не нравится. Пожалуйста. На Алтае 400 с лишним деревень исчезло. Исчезло. И вот одно место пустое мы взяли, вот основали, мы живем, приезжают люди, работают, лагерь. Приезжаю вот рядом Уралики, таких мест много, 400-то. Еще 399. Бери участок, оформи его, получи землю, получи статус, набери людей, имей, строй, заводи. Вот оно, пожалуйста, скотина идет, вот он родился уже здесь, Ерема, Еремия. Какие имена-то у нас? Все, болеешь уже опять? Проверять надо. У тебя звезды видно. Проверь. Звездами сюда мы не принимаем. Должен на выгонку сделать. Что, еще смеетесь? А такая же болезнь. Нечаянно где-то со скотиной знался, они все лайки от стариды заводятся. Я знаю лекарство такое есть. У нас одна женщина, у нее сын такой был, баламут, пьяный. Она, он на лошадях. На лошади, пап лошади, а лошади убежали, потерялись. И она пешком, Лизавета Бочкина. И она когда пошла, а тогда железной дороги не было, а так напрямую. И она нашла смородину дикую. А жили бедно-бедно. И она эту смородину ела, кислая смородина, ела много. И вдруг ее потянуло на двор-то. И она пошла, так из нее лента вот такой вот ширины вдвое, она говорит, там метров 5 выползло. Шла и шла, казалось, никогда не кончится, наконец головка показалась, оторвалась. Может там полметра, ну как она рассказывает. И все. То есть она заморила этого глиста или тера. Это проверяться надо. Проверяться и излечиваться. Вот когда с собакой пойдешь, а у собаки часто заводятся они. И она начинает какую-то траву есть. Я был в лесу, она там со смолой, как у шишек такая. Маленько погодя, гляжу, из нее пошли они. Она сама все это сделала. Понятно? Пока давайте ошкурите до конца. Вы дошкуриваете. И потом сразу все ямки копать. Это шалаш надо загородить. Вчера бык подошел и уже туда лезет.